Всем привет, друзья! Сегодня 5 марта, а у нас на столе еще сплошные витамины. Открыли вот такую тыкву, она была более 12 килограмм. Мы ее тушим, жарим, кашу с пшеном делаем и оладушки, но все равно не можем осилить. Ее как-то нужно сохранить. Я ее режу вот на такие кусочки. Раскладываю небольшими порциями по пакетам и в морозилку. После морозилки она себя ведет прекрасно. Также жарится. Не скажешь, что она замороженная. После морозилки она выглядит вот так. Берешь брикет, стукнешь его пару раз и на сковородку. Сверху яичко. Завтрак готов. А если на кашу, я ее тру на крупной терке и тоже замораживаю. Выглядит это вот так. Берешь брикет. Добавляешь замоченное пшено, вода, молоко, сахар, соль и каша готова. Так, а это компот из облепихи, тоже оранжевый. Сверху масло облепиховое. Ничего не пропадет. Шелуха на огород. И самое главное, в этой тыкве очень много семян, хотя она крупная, спелая, а семена все пустые. Вот как так получилось? Спелая тыква, прохранившаяся до марта месяца, а семена в ней пустые. Так что посадить из нее будет нечего. Сажать буду из пакета. Осталось кое-что. Так что, если у вас еще осталось тыква и кабачки, их можно заморозить. Всем пока. До новых встреч.